Йо, друзья, всем привет, меня зовут Андермайн, и добро пожаловать в мое новое видео. Сегодня мы будем делать скин Андрея из Coolboy Runway, но в Роблоксе. Да-да-да, кстати, меня же тоже Андрей зовут, вот как интересно получается. У меня также есть рубрика на канале в Майнкрафте, а также в реальной жизни. Скоро будет новая часть, да-да-да-да. В реальной жизни с Coolboy, это ж вообще жесть. Ладно, ребята, я думаю, не стоит медлить, давайте сразу же приступать. Я знаю, какие волосы сюда точно подойдут, и они от самого Роблокса, насколько я знаю. Только вот проблема в том, что их фиг найдешь, стоп. Это что, волосы и лицо Квадробера в Роблоксе? Они уже появились? Чего? Вот, ребят, я хотела найти похожую прическу, вот как вот это, только нормального цвета. А то здесь какая-то за 5 миллионов, нафиг мне такая нужна. Что, ребята, я нашел, что я хотел, но вот есть одна проблема. Они не на ту сторону, не на тот бок, как у оригинального Скулбоя. Ну что уж поделать, придется теперь так вот это вот дело терпеть. Ну, кстати, к сожалению, я уже ничего с этим не поделаю. Ну и ладно, ребята, двигаемся дальше. Да, у нее тут прям лысина какая-то конкретная, но ладно, не суть. О, нифига, вот эта башка. Что ж, дальше я предлагаю нам найти... О, мозг, как прикольно. Так, ладно, все, не отвлекаемся. Мы делаем Андрея с Coolboy. Давайте, мы знаете, чем теперь займемся? Мы с вами должны найти футболочку. Так, вот, футболка серая должна быть. И только вот вопрос, где мне ее искать. Свитерс, да? Да-да-да, свитера. И здесь мне нужно написать Grey. И, слушайте, ну я думаю, здесь-то мы быстро найдем. Ну, надеюсь. Все, ребята, а теперь выбираем штаны. У него вроде бы, блин, я на самом деле забыл, но вроде бы у него были джинсы. Джинсы лучше найти просто классические. Ладно, ребята, я предлагаю остановиться вот на этом вот и отправиться брать, собственно, вот эти вот ботиночки, да. Опа, тут у нас еще, смотрите, какие джинсы есть. Вот, а, может, вот такие, кстати? Реально, может, 3D-шные просто такие джинсы взять? А, они уже пропали. Ну ладно, пофиг тогда. Давайте теперь мы выбираем Red Shoes. Ага, ну, шоу, имеется в виду. Я просто продиктовал себе так, тупо. Так, шо, что у нас здесь выпадает? У нас здесь выпадает непонятная всякая... О, кстати, вот это, по-моему, нормально. О, вот эти хорошие. Правда, немножечко поломанные на скине. Давайте попробуем другие. Они слишком гигантские, а так в целом-то прикольно. Есть еще вот такие. О, ребят, ну это я считаю самый раз прям. Ну это прям бархатные тяги, которые надо оставить. Идеально, ребят, оставляем. Что это просто? Они больше, чем мои джинсы нафиг. Ну, собственно, не мои джинсы, а джинсы, вот, Андрея из Coolboy. Так, ладно, теперь мы выбираем Red Backpack. Как мы помним, у него был бэкпак, да. Так что мы сейчас его найдем, ну, это же рюкзак, если по-русски. И нужно найти какой-нибудь беспонтовый, опять же, простенький рюкзак. Но, нет, нужно не черные, нам нужны красные лямки, да-да-да-да-да. И желательно такие лямки, которые, ну, да, хоть чуть-чуть видно. Кстати, вот, подходит, прикольно вообще. Слушайте, ну, как будто бы, знаете что, давайте мы поищем все-таки нормальные кроссовки, не будем так это, ну, типа, фигня страдать такой. Так, shoes. Ой, господи, что я написал? Так, shoes. Вот, все, ребята. И давайте заходим еще раз в аксессуары. А, нет, вот сюда. Давайте. И... Давайте вот эти возьмем, да? Они хоть и багнуты, но, по-моему, как бы, ну, получше, поадекватнее смотрятся хотя бы. В целом, мы можем взять и это! Но нет, ладно, давайте мы возьмем нормальный вариант. А именно как раз вот это вот, все, оставляем. И что ж могу вам сказать, тогда осталось только найти какое-нибудь подходящее лицо, как будто бы, не, как будто бы, знаете, это подходит, но можно попробовать просто чем-нибудь посмотреть. Но у меня, если честно, такое ощущение складывается, как будто бы надо сделать просто вот так и вот так, все, ребят. И мне кажется, как будто вот это лицо, оно сюда подойдет, просто, ну, оно подходит. Я и не вижу смысла его тогда убирать, раз вот уже как будто поприкольно уже ничего не найти. Да, давайте, ребят, тогда мы просто ставим это лицо. И анимация. Что у нас по анимации? А, чё, я бегать больше не могу, алё! Вы что сделали? Нам нужна такая стилёвая, пританцовывающая анимация. Подойдет? Ну-ка, смотрим. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Не, это просто чел на пробежке. Не-не-не, ребят, это сюда не подходит. Нам нужно что-то такое человое вообще просто туда-сюда маршает ручкой, там, ножкой, туда вообще. Вот, может, такое. В целом оно подходит, как будто бы. Но у него тут пузо торчит, он пузом трясет. Ладно, ребят, давайте выберем еще что-нибудь другое. Так, есть вот такое, это Elder Animation, это типа Elder Ring, что ли? Ладно, ну, нет, это как будто он уже там состарился, все дела, это пока что сюда не подходит, ну, пока что только. Да, давайте вот сюда зайдем, здесь как-то побольше анимации будет. Можно, в целом это вообще везде подходит, мы можем выбрать вот такую вот, чисто расщелину, опа-па-па-па, погнал, вот как я и сказал, ручкой, ножкой мажет, челит вообще. Давайте дальше тогда, ребята, можно еще выбрать что? Вот есть King. Вот, а, нет, это рыцарь.
О, смотрите, такой на чили идет, пусть он трясет. Опа-па-па-па-па-бам-бам-бам. Опа-па-па. Чисто идет, чилит просто, ребята. Вот реально. Та-да-ран-да-ран-да-да-да. И как раз сбегает от родителей с такой же походкой, как будто бы подходит, да? Ну вот, не знаю, мне прям вот как будто бы кажется, что да. Ну и слушайте, как будто тут больше-то уже ничего не. Сколько тут текста в этой анимации? Что? Это нафиг что такое? Бим-бам-бум, пара-пара-бам-бам. Типа вот так вот он должен как-то убегать. Не-не-не-не. Короче, ребят, мне кажется, вот что сюда идеально подходит. Реально, просто вот эта вот анимация, как он на чили такой на расслабоне идет. Да, хорошо, ребят, финал. Ну, давайте напишем, знаете что, Грей, да? Зайдем в классик. Мне нужно, знаете что, я бы хотела просто какую-нибудь серую, вот, допустим, такую дичку взять, чтобы у меня здесь пузо не торчало, понимаете? Вот, да, и незаметно, уже не так обращается сильно внимание на это. Что ж, ребята, я думаю, что на этом все. Осталось только, ну, чисто ради прикола, может, какую-нибудь эмоцию выбрать, допустим, тильт. Ну, нормально, слушайте, чили такой, опа, подкинулся, вот так вот, какой-то, господи, аж руки ломаются, бам, просто, вы посмотрите. Что ж, ребята, на этом у нас все, ставьте обязательно свои лайки, подписывайтесь на наш канал и нажимайте на колокольчик. Ну, а с вами был я, Андрей, и мы сделали скин Андрея, да, но уже из Cool Boy Runaway, а не из вселенной Эндермайн.